защитник Максим Балашов. Максим, пожалуйста, ваш комментарий матча. Ну, во всем есть закономерность, так как мы начали первую четверть этой игры, где начало было 10-12-0 или 13-0, я не помню точно. Вот, проигрывая 20 очков, потом только вспомнили о том, что нужно защищаться, нужно бежать, нужно играть, нужно показывать в первую очередь свой характер. Но в итоге оказалось, это, можно так сказать, уже поздно. И то в концовке мы могли сделать, ну, сделали пару, скажем так, неудачных потерь, которые и решили исход матча. Вопросы? Спасибо, Максим.